И вот еще три. Вот это находка у тебя. 6-8 штук у меня. Опять 8. Да. Как начало. Белый гриб, смотрите, Ивановская область. Белый гриб, первый. Сезон 2023. Вот он. Первый белый. О-хо-хо, нога какая. А вот это просто бочоночек. Вот это бочонок. Вот это бочонок, друзья. Вот это бочоночки. Первый. Второй, третий. Вот четвертый. Четвертый. Да, вот я Сережу позвала. Он шел ко мне и нашел вообще бомбическую, да? Да, сейчас поляну. Смотрите. Сейчас покажем вам. Друзья, эту поляну я заметил издалека. Подосиновики выдали себя своими яркими шляпками. Нет слов. Речи можно потерять. Давай. Всем привет! Рада снова приветствовать вас, наши дорогие подписчики, друзья и просто гости нашего канала. Сегодня мы в очередной раз выехали в лес с нашими друзьями в Лежневский район, Ивановская область. Вот, что хотим сказать, грибы растут, пока шли, нам попадались грибочки на пути. Сейчас, зайдя в лес, мы обнаружили просто удивительные красоты картину. Сереж, показывай. Давай, начинаем вот с этого. Давай, смотрите, подосиновичек какой. Первый. Первый. Первый, красавчик. Дальше. Малыш. Малыш, малыш, малыш. Прям растут они, растут. Сегодня, друзья, у нас 12 июня 2023 года. Да, всех, кстати. Сейчас, Сань, подожди. С праздником. Всех с праздником. Здоровья, любви, благополучия. И таких грибочков. Да, идем дальше. Родные, близкие, близкие. Вон туда. Вот так, вот так. Это маленький тоже кнопочек, только растет, смотрите. А ножки такие-то у них. Крепыши. Четыре. Да. Здесь вот пятый. Вот он, вот он. О, еще один обнаружила, только что. Где? Вот там, сейчас покажу. Да-да-да. Пятый. Ух, вот это находочка. Шестой. А здесь вот так, на ведро, прямо, он туда идет. Вот, шесть красавцев. Клади. А, вот там и туда еще. Да-да, клади их здесь пока. Так-так-так, пробрался. И вот еще два, смотрите, друзья. И такой уже внушительных размеров. Прикрой местечко, да. Так что 8 грибов, друзья, сразу. Начало положено. Вы, в свою очередь, присаживайтесь поудобнее. Лайк, подписка, пишем любой комментарий. Также не забываем, что у нас есть группа ВКонтакте, в которую вы можете вкладывать свои фото и видеоотчеты. Ну и пойдемте гулять вместе с нами по такому прекрасному лесу. Давайте, смотрите. Вон какие у вас. Два подосиновика. Вон она. Бери-ка их. За ножки бери, 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 бери. О! Место прикрываем. Пи-пи. Вот и какие. Покажи. Ух, какие. Подосиновики. Друзья, находка просто топ. Белый гриб, смотрите, Ивановская область. Белый гриб, первый. Сезон 2023. Вот он. Первый белый. Смотрите, что дальше у Олеси. Ну да, там два подосиновика, но один уж плохой, один я взяла. Смотрите, еще. Малыш. Подосиновик? Под березовик уже даже не берем сейчас. И вот еще красавец. О, супер! Ну белый, Сережа, это вообще июнь месяц, белые грибы. С ума сойти. Следом попадают сам подосиновички, друзья, смотрите. Первый. Он двойной даже, что ли? Нет. Первый подосиновик. И вот рядом стоит маленький. Вот два подосиновика. Вот смотрите, друзья, только эти два собрал. И здесь еще один, третий. Так, могут быть еще. Три подосиновика. Смотрите, какой красавчик. Спрятался под листочком, не пробивается. Березовичек. Березовичек, да. Водой. Чистенький.
Что за чудо, смотрите. Ну, лес прекрасен. Малыш. А вот еще смотрите, друзья. Два подосиночка стоят. Ой-ой-ой, какие красавчики. Хо-хо-хо, нога какая. А вот это просто бочоночек. Вот это бочонок. Вот это бочонок, друзья. Вот это бочоночки. Вот и еще, смотрите, Юля находит. Так, я сегодня добытчик. Один. Так, второй. Шляпу унесли. Так, так, вот так. Идем дальше. Вот это да. Раз, два, три. Ну-ка. Да. Раз. Давай, я помогу, чтобы... Давай, жду. Два, три. И еще, еще возле корзинки у меня. Друзья, у нас практически полное ведро. В лесу ходим минут 20. И вот еще три. Вот это находка у тебя. 6-8 штук у меня. Опять 8. Да? Как начало. Нормальный. Ну, сегодня, наверное, соседей угостим, да? Обязательно. Благородными грибочками. Это... Смотрите, вот эти 8 штук мы нашли. И Юля говорит, а смотрите, самый маленький-то мы пропустили. Выкручиваю его. Вот это грибок. Вот это гриб. А, иди сюда. Вот это гриб. Да, да, вот 9 штук в одном месте сразу. У него маленький рядом должен быть расти. Минут 10 шли, вообще грибов нету. Ну и лес такой, в принципе, темный. Молодые осины. И вот попадаются мне 2 подосиновика. Первый и второй. Я тоже что-то попадал, да? Да, тоже. Но не попадался на карту. На камеру вот не снимаю. Вот этот вот я нашла. Ага. Друзья, пошла жара. Доходим до тех точек. Смотрите. Выкручивай, Олесь. Ой, какая у него шляпа яркая. Да-да. Прям оранжевый. Первый у тебя. Вот у меня второй. Опять 2. Пока. Пока так. Держи. Давай, показывай, что ты нашел. Вон какие. О-бо-бо-бо-бо. Красавчики, друзья. Первый. Второй. Держи. Ну. И у меня там, смотри, сейчас. Олеся, ножик у тебя, да? Дай сейчас камень подрезать. И вот у меня тут. Смотрите. Нога какая, да? Ага. Смотри. Класс. Вообще, конечно, красота. Погода на славу. И грибов тоже, да? Юля, подберёшь ведь надо? Бери. Давай, что тут у тебя? Вот у меня трое из ларца. Три из ларца? Угу. Маленький там... что-то совсем уж плохой. А, тут еще вот. А там, кстати, вон еще есть. Давай, собирай. А, вот вижу, да. Да нет, это не тот еще. Почему не тот? Вот, у тебя 2, да? Да. Смотри. Вот маленький стоит. Вылазит ток. Сейчас подойду. А маленький вставляешь что, да? Ломаем, это какой пузатенький, да? Это вообще как из сказки, да? На кочечке мох. Вон бочоночек. Вот какой. Вот 4 штучки возьмем. Друзья, двигаемся уже в сторону машины. Я думаю, сейчас по пути мы доберем наши 2 ведра. Ну, корзинку и ведро. Следом, смотрите, у меня попадает такой. Красавчик. И Юля находит рядом бровочки тоже. У тебя сколько? 2. Да, выкручивай. Первый. Это и второй.
Смотри, у меня такая находка. Цвет какой у них яркий, смотри. Друзья, смотрите, один, первый, второй, третий. Вот четвертый. Четвертый. Да, вот я Сережу позвала, он шел ко мне и нашел вообще бомбическую, да? Да, сейчас полянку. Смотрите. Сейчас покажем вам. Вот первый грибочек. Соберем, пойдем туда. Да, мужик, к выходу идем, все. Да, нам хватит грибов. Второй. Такой красавчик, да? Они вообще, да, яркие такие. Третий. Ой, там что-то еще один. Похоже, да, да, еще один, да. Там под березом. Это вообще, по-моему, два. Тут два и два. Под шляпой. Четвертый. Пятый. Так, посмотрим. Березы. Букет. У меня букет из грибов. Букет из белых роз, как говорится, да? Букет с подосиной. Да. Пять нашла, да? Да. Теперь, друзья, смотрите. Идем. Где я нашел? Сейчас обойдем. Вон, видно там сразу. У тебя пять. У меня, значит, считаем. Шестой. Шестой. А тут целая поляна. Тропа грибника целая, друзья. Смотрите. Седьмой. Восьмой. Девятый. Десятый. Одиннадцатый. Вот 11 грибов в одном месте. Вон у Олеси уже грибком. Да. Вон там Олеси чистит те грибочки. Смотрите. Следом Юля находит. Два. Смотрите, друзья, это просто космический лес. Вот, а, малыши. Вон там еще прям вон все. Малыши, смотрите. Здесь можно камеру не выключать. Вот еще смотрите. Раз, два, три, четыре. Четыре. Он сразу вижу, смотрите. Еще два. Друзья, нам хватит. Еще два. Вот это грибные места. В том году мы здесь собирали по осени белые грибы. Вот такие грибочки. Опять же, смотрите, камеру выключил. Еще один подосиновик. Смотрите, какой. Какое-то грибное движение. Да тут всегда. Вот еще один. Отлично. Друзья, эту поляну я заметил издалека. Подосиновики выдали себя своими яркими шляпками. Нет слов. Дуречи можно купить. Давай. Готов! Раз. Два. Вот сюда клади. Я тоже сейчас, типа, как этой поляне шел, еще два нашел. Там три сразу. Да, я помогу тебе вот это. Целая поляна, да. А сзади тебя еще. Где? Два, но они такой. Это плохие. Один-то. Нет. Оставим, пускай. Пускай. А вот еще один. Да. Тут даже не один, он еще один. Это возьмем. Ёля! Куда убежала? Куда убежала? Друзья, видите, как в лесу теряется? Ну, я думаю, чихоохота у нас на сегодня удалась. У меня, считай, целое ведро, у Олеси целая корзина. Выходим в сторону машины, идем. Друзья, смотрите.
Как такие не брать? Это просто красавчики. Я думаю, сейчас мы по-любому еще с десяток наберем. Первый. Второй. Третий. Четвертый, Олесь. Ножик у тебя, да? Ножик у меня. Хватит уже. Хватит уже. Реально не дойдут выйти нам из леса. Так, друзья, смотрите. Вот такой вот дружной компанией с таким замечательным результатом мы сегодня выходим из леса. И вот выйти невозможно. Вот. Да. Смотрите, очередную поляну нашли. 3, сколько? 7 штук на одном месте. Вот, поэтому грибы растут, мы с вами не прощаемся, говорим вам до новых встреч. Хотим вам пожелать также полных корзин грибов. Всем пока-пока. Давайте их соберем сейчас. Ой, тише. Молодец, молодец. Мочи. Нет, там нет. А мушка будет выбрать, да? Я взяла немного. Я грибы. Все. Всем пока.